и всех приветствую. Это игра Lost Ark. Имеется здесь на выбор 4 класса, и у каждого класса еще 3 подкласса. В этот раз я поиграю за воина. Хочу поиграть за вот этого сокрушителя. У него такая здоровая бандура в руке, типа здоровенного молотка. Образ выберу вот такой, красно-черный. В прошлом своем видео я проходил там какой-то данж за монаха, вот раз решил поиграть за воина. Можно так вот в выборе, в настройке персонажа удалять, приближать, чтобы смотреть лицо персонажа, когда выбираешь. Так, тоже сделаю что-то типа обросшего бородатого мужика. Ну что-то такое. Лицо. Что вообще на первый взгляд лица вообще все одинаковые. Оставлю первое лицо, но вроде нормально. Где-то здесь было можно добавить бороду, вот. Еще вот такие какие-то усы с бакенбардами. Ладно, пускай будет так. Ник. Все, персонаж создан. Начинаем играть. А ты, Громила, на выход! Да хранят тебя боги. Дали какое-то достижение. Пошевеливайся! Для мертвеца у тебя слишком дерзкий взгляд. А ну, глаза в пол и пошел! Это твоя последняя прогулка, Громила. Тощий, увечный, как их на арену выпускать? Хоть краюху плесневую дайте! Народ жаждет зрелища, а эти тюфики меч поднять не могут. Чур мне его на грудник! Шайки по подворотням и те же стащенья. Ты, Громила, по нынешним временам находка. Даже немного жаль. Скармливать тебя, снежку. А что поделать? Разомнись немного.
Снежок любит мягкое мясо. Диалоги тут озвучены, но они озвучены не полностью. Некоторые диалоги просто вот такие вот написан текст. Эй, доходяги. Плюшками снова бульона тому, кто свернет громиле шею или хотя бы сломает палец. Был раб. Ты думаешь, ты раба. Тут самый крутой? Так, отлично, надавали по башке каким-то рабам. Как я понял, тут, короче, в игре, начиная играть за воина, я предстаю каким-то рабом, которого должны отправить на ринг сражаться с каким-то там монстром. И вот продолжаю идти дальше по карте. А с вами приятно иметь дело, господин Ксиан. Не каждый день у меня покупают мертвого раба. И все же он живой, Барден. Это ненадолго. Сегодня он выйдет на бой, а после он весь ваш. Точнее, все, что от него останется. Заблудился, громила? Или решил напоследок подышать свежим воздухом? Перед смертью не надышишься. Иди давай, может, добряк Глен выпишет тебе оружие и доспехи, если они еще остались. Тебе пинка поддать? Дали квест поболтать с Гленом, который должен дать мне доспехи с оружием. Не завидую я тебе, Громила. Югати неделю не кормили. Эх, Громила, я буду по тебе скучать. Не так, конечно, как деревенские девицы. Их хлебом не корми, дай на тебя поглазеть. Им верзилы вроде тебе нравятся. А я весь в матушку пошел. Она говорит, подтянутый. Но я-то знаю, что это она из любви так говорит. Видишь дамочку справа? Да не поворачивайся так, как ты так резко заметит. Как ты пришел, она на тебя с тех пор и косится. Прямо так и глазами поедает. Завидую я тебе, Громила. Ты в отрепьях вон какой. Даром, что раб. А мне только доспехи стати придают. Держи вот, я выписал тебе, что смог. Нагрудник покрепче, оружие получше. По знакомству, как говорится. Сам знаешь, выбирать особо не из чего. Каннинг все продаст, что плохо лежит. Жаль, что рабов скидывают в общую могилу. Я тебе такую эпитафию придумал. Так, короче, нажимаешь на так, появляется карта вообще. Кто возьмет двоих, отдам хромому мальчишку в довесок. Зубы покажи. Каннинг то, Каннинг это. Мешки с гнилой картошкой пересчитай, крыс потрави, оружие выдай. За что мне все это на старости лет? Чего тебе, Громила? Ты свой молот не ищи, его больше нет. Переплавленные кандалы, бери, что осталось, или вообще ничего не бери. Я слышал, тебя на растерзание Йогати бросает. Ему что молот, что меч, все проглотит. И не подавится. Так, ага. От ржавчины, говорят, заражение крови бывает. Может, хоть так Йогатти можно одолеть. Теперь надо экипировать на себя меч. Так, посмотреть, что там за статы на мече. Ржавый меч. Уровень предмета 3. Урон от 74 до 81. Статы у него сила плюс 36, выносливость плюс 53. Где доспехи, сам знаешь. Может, найдешь что поприличнее. А я пока проверю, убрали с арены трупы, или получится, как в прошлый раз. Какой-то болван подскользнулся на чьих-то кишках и размозжил голову еще до того, как
выпустили Йогати. Весело. Барден на себе волосы рвал от злости тогда. Так, мне тут, короче, дали 4 скилла. Сейчас быстренько гляну, что такое. Первый скилл на кнопочную Q. Метод составления 6 секунд. Два мощных удара крест-накрест. Первый из которых наносит 92 урона, а второй 92. Возможно, так со спины. Второй на W. Тоже восстановление 6 секунд. Наносит 37 единиц урона, возможно, так со спины. Следующая на Ешку. Восстановление 9 секунд. Воин отталкивается от земли и последовательно совершает 2 удара. Первый подбрасывает противника и наносит 15 единиц урона. Второй сбивает их с ног и наносит 148 единиц урона. Возможно, атака со спины. И на Эрку казнь. Восстановление дольше всех 18 секунд. Что он тут умеет? Наносит 83 единицы урона. Возможно, атака со спины. Я просто быстренько глянул, думал, может там какие-нибудь комбо у него есть, а тут, походу, просто тупо их жмешь и все, комбо никаких не видать. Да, еще у него есть перекат, который тоже откату перекату 8 секунд. Меч у него зачетный. Прям как в Final Fantasy в игре. А, крысы бегают. Найти доспехи. А вот и доспехи. А ну, положь! Ладно, найди мне сейчас доспехи. Что у нас тут? Штаны. Защита. 2, сила плюс 43, выносливость плюс 63. Надеваем. Грубый нагрудник. Защита 3. Сила плюс 50, выносливость плюс 74. Ладно, идем надирать задницу этому монстру. А это все на меня, что ли? Что-то мое хп понизилось, как было. Мне хилку давать будут или нет? Ты че так долго? Я уж думал, тебя крысы загрызли. Напутствие от меня не жди. Это Вульфер, у нас любитель одобряющих речей, бодрящих напитков. А я тебе вот что скажу. С Йогати многие бились. Помню, был такой Хрут. Ему в потасовке правую кисть отрубили. Так он вместо нее железную колотушку прикрутил. Зато его и прозвали железным кулаком. Так вот, он одним ударом решетки выбивал. Мы для него специально засовы укрепляли, здоровенный был детина, повыше тебя на 3 головы. И где теперь тот хруст? Крут? Только железка и колотушка от него и осталась. Барден из нее подсвечник сделал. Выслушать ободряющую речь. Мечишка классный. Плашмя бей! Плашмя! Дрянная икота! Это когда я полбочонка успел? На вечер надо оставить. Сяду, помяну. Тьфу, подниму кубок за тебя. За твою
победу, Громила! Не бойся, ты сперва лапы зверюги подруби и потом на холке ее, на похолке. У нее там уязвимое место, а потом как с размаху хрясь и все. Запомнил? Давай, пробуй на манекене. И это я тут приготовил парочку эликсиров для бодрости духа. В подкате! В подкате надо! Ага, вот она, моя хилка. Еще даже не полдень, а Вульфер уже того. А ну, все зелья, эликсиры и опереги сдать рабам не положено. Нет, говоришь, а если найду? Хотя там троллей готовят. Еще и каких-то ночных новых тварей накануне отловили. Тут эликсиры пей не пей, до Ягати вряд ли доживешь. Дали КВ одолеть противников на красной арене. Встречайте следующего бойца! Ого, ничего себе, кто такие? Достопочтенные дамы и господа, приготовьтесь к невероятному зрелищу! Куда он там улетел? О, дохлики появились. Ворот. Yeah.
битва! Какой финал? Постойте! Неужели наш триумф... Стража! Пал сюда! Смертью героя! Этот еще живой! Сожалею о вашей утрате, господин Барден. Бедный Снежок! Забирайте этого живодера, пока я не передумал. Подъем, размазня! На том свете отоспишься! Снежок был таким послушным, таким спокойным. Где я теперь найду Снежку замену? Дикого Югати пойди поймай. Хоть арену закрывай, открывай бордель. Вывешься? Врезать бы по довольной морде, чтоб все зубы повылетали. А только я твои зубы уже обменял на золотой кошель. Повезло тебе, Громила. Ох, повезло. Если бы не этот старикан, я бы тебе только... не только зубы, я бы из тебя всю душу выбил. Этой самой дубиной выбил бы. А, ладно, проваливай, пока я не передумал. Твой новый хозяин в каминном зале. Борду, наверное, отдергивай. У тебя есть минута, чтобы свалить отсюда. Адьюс, амигос. Так, глянем, куда там идти. Если ты смог... Мы с Гленом ставили на тебя, Громила. Говорят, Барден приказал сделать из Снежка. Я бы тебя выкупил, а только седой хрыч меня опередил. Забыл надеть на себя наручи. Что он там дает? Защита плюс 6, сила плюс 2, 3, выносливость плюс 34. Потомок воинственных эрдлингов, закованный в рабские кандалы. Иные скажут, что это божественное провидение. Не удивляйся, я знаю, кто ты. Подойди, воин, не хватайся за меч. Я не тот, с кем тебе стоит сражаться. Выслушай, выслушай меня. Подойди, эрдлинг. А ведь Барден свято верил в то, что ты вымахал на тюремной похлебке. Да, в отличие от мерзавца Бардена, мне известно, кто твои предки. Ему и невдомек, что однажды он выменял сиротку эрдлинга на мешок гнилой капусты. Да, в отличие от мерзавца Бардена, мне известно, кто твои предки. Избранники самого Сириона, наделенные частицей божественной силы, они поклялись защищать народы Севера, но чувство превосходства и необузданная жажда власти затмили их разум. Они поработили северные племена на веки, очернив имя эрдлингов и обрекли своих потомков на вечное изгнанничество. В том, что один из них закован теперь в рабские кандалы, многие увидят божественное провидение, но разве такова воля Бога? Я не представился, Ксиан II, верховный жрец храма Снежной Бури или храма Сириона. Во времена кровавого десятилетия мой предшественник положил конец бесчинствам твоего народа. Не горячись, воин, я не из тех, кто попрекнет ныне живущий войной их предков, но Север помнит, и ненависть к эрдлингам все еще отравляет сердца людей. Ты не можешь изменить прошлое, воин, но можешь изменить будущее, свое и своего народа. Исполни древнюю клятву, встань на защиту Севера сейчас, и ты обретешь истинную свободу. Стань тем, кто ты есть, свободным эрдлингом со своей историей, а не безымянным рабом, которому дали кличку, словно он дворняжка. Так, тут какую-то дают награду за квест. О, заточенный меч. Опыт 500 и 5 серебряных монеток.
Так, здесь, походу, все, надо отсюда валить. Гирус оказался. Он нас по клину близнул. Разве это можно? А ведь дед говорил, бежать надо из этого Шувьорда. Эй, Громила, подойди. Бежать, и чем быстрее, тем лучше. Вечный холод, снег, серое небо, тоска и безысходность. Ладно. Ладно, климат поганый. Я уже привык к снежным буранам, только вот чтобы из сугробов полуприбыли ожившие мертвецы, нет, к такому жизнь меня не готовила. Командир Даррен говорит, будто я выдумываю, но я-то их своими глазами видел. Если мне не веришь, других спроси. Ладно. Что там дали за квест? Расспросить жителей об оживших мертвецах. Собираю на медне травки, а на меня из куста как выпрыгнет страхолюдина какая-то. Благословенный остров. Это ж надо! Море, среди бела дня! Живут же некоторые. На братца моего, Кристера, прошлой ночью тоже напали. Он до сих пор не оправился. Так, чуть я не заметил, мне дали новую мелку на ашку. Неудержимый рывок. Воин совершает рывок вперед и наносит противникам на своем пути 74 единицы урона. Откат здесь всех. Такой-то мороз. Фрейр не выдумывает. Я их тоже видел. Мертвецы. Самые настоящие ходячие мертвецы. Первых мы заметили недели две назад. Они шатались у древнего могильника. Мы тогда подумали, что это мелкая нечисть. Мало ее по лесам бродит. Я еще говорю Фрейеру, мол, пусть себе ходят, раз никого не трогают. Чуть потеплеет, сами собой растают. Размечтался, это не какие-нибудь безобидные метельники, которых детвора в мышки ловит. Это сильные, ловкие, умеют обращаться с оружием. Их с каждым днем все больше, и они наступают. Мы держимся как можем, а только ни сил, ни людей не хватает. Жрецы Сириона обещали помочь, а только толку от них. Одними молитвами делу не поможешь. Мать, от ожогов кончилась. Такой-то мороз. Я плохо помню. Все как во сне. В страшном сне. Я себе по лету тайник под камнем вырыл у древнего могильника, а недавно серебром разжился. Дай, думаю, припрячу добро. Прихожу, камень в сторону толкаю, а потом слышу, кто-то ко мне сзади подкрадывается. Ну, думаю, поймали дурака. Если моя Ванда узнает, что я от нее серебро прячу, не сносить мне головы. Поворачиваюсь, а там не Ванда. Там оно, кожа. Повисло, кости торчат. А в глазницах синее пламя горит. Ну я и побежал. Так побежал, что все серебро из карманов повылетало. Так, что там дали? Задание. Мочить этих дохляков.
ноги! Пока они у тебя есть! Еще нужно спасти одного раненого стражника. Я притворился мертвым. Подумал, за своего примут. Все, можно валить отсюда. Спешишь пополнить ряды мертвецов? Надо глянуть там что-то. А выпало вроде что-то. О, шлем выпал. Штаны. Статы вроде получше, чем у меня. Не, меч похуже. Видишь тех отмороженных ходоков? Это наши лучшие мечники. Были. Они пали смертью храбрых. Мы похоронили товарищей, которых смогли вынести с поля боя, как полагается хоронить бесстрашных воинов. Но нам пришлось оставить Эрвика, Дьярга, Молмута. Ночь поступала, и даже самый яркий факел не мог рассеять тьму. Знаешь, бабушка всегда говорила, что всевидящий Сирион указывает павших защитников Шувьорда снежным саваном и забирает их души в небесные чертоги, даже если их тела не преданы земле. Бабушка ошибалась. Души наших товарищей должны обрести покой. Что тут надо? А, сразиться с мечниками надо с этим. Так, еще шестерых надо значить. Прямо понравилось мочить их. Так, это походу уже куда-то в другое место мне надо. Одолеть ледяного стража. Задание дали. Дохляки.
Там кто-то вылазит. Валим. Ну, не успел. Готово. Фетронейский огонь. Откуда фетронейскому огню взяться в Шувьорде? За шлем выпал. Сейчас глянем. О, даже лучше, чем мой. Этого не может быть. Искальты. Древние воины, восставшие из могил. Их кости давно и накрепко вмерзли в землю. Только одна сила способна растопить ледяные оковы, отделяющие мертвых от живых. Это фетронийский огонь. Много веков назад, во времена второго вторжения, демоны превратили землю Шувьорда в одно сплошное пепелище. Неукротимое пламя, которое они принесли из своего мира, уничтожило все на своем пути, и багровое зарево затмило северное сияние. И сотворил Сирион сердце льва, и уместил в него часть своей силы, и сковал Шувьорд вечными льдами, ибо не было другого спасения. Хроники тысячелетней зимы, том 1, глава «Белое пламя». Я должен кое-что превратить в тайных архивах, проверить. А ты найди брата Весмара. Он должен был навестить захворавшего малютку в окраинной деревне. Пусть он предупредит людей об опасности. Чё, она тут дают? Хилки. 800 опыта. Надеюсь, фолианты еще не рассыпались в прах. Наверное, на этом буду пока что закругляться. Возможно, потом еще прохожу дальше квесты.
может и нет, точно не знаю. Но так вроде игрушка интересная, но мне не очень нравятся симметрические RPG. Всем, кто смотрел видео, спасибо за просмотр. И пока.